Вот и приехали. Ну вот я стою в ущелье, маленькое ущелье такое. Сейчас осталось метров 200 и будет пещера. Мы приехали пораньше, чтобы людей поменьше было. Вот я стою возле входа в пещеру. Вот он. Райский уголок. Я тут смотрю. Тут где-то птички летают, которые только в этой пещерке и живут. Вот она, пещера. Рай на земле. Вот я еще не спустился в пещеру. Как красиво. Птички туда поют. Удивительные. Вот. Вот спускаемся в пещеру. Каски тут обязательно надо одеть. Это внутри. Сюда всегда приезжали святые, верующие люди и отдыхали. Посмотрите как. Вот. Вот мы идем. Там местный имам. Вот. Посмотрите. Сюда на носилках людей больных затаскивали. Чтобы здесь он полежал и выздоровел. Только посмотрите. Как тут прохладно вообще. Все свой микроклимат. Пещера, конечно, не глубокая тут. Я думаю, если вот этот наносной грунт убрать, то пещера будет дальше в глубину. Но это вот делать нельзя. Надо провести исследование, наверное, туда куда-то уходит эта пещера. А так вот она. Вот. Вот это наносная порода. Дальше вот горная, и вот куда-то она вглубь уходит. Вот она. В детстве в горах говорили, есть такая птица счастья. Она темно-темно-синего цвета. И кто ее увидит, там будет счастье. Вот они, райские птички. Здесь сверху капает. Вот. И если капельку поймать ртом, то исполнится желание. Сейчас буду ловить. А, вот она попала. Вот на капельке. Но не в рот, к сожалению. Сейчас буду дальше ловить. Что вы эти гадюки? Ну вот это птичий помет, наверное. Все тут есть. Миллионы лет это все собирается.
Сначала думали, что это вода, а это такой блестящий, блестящий камень. Интересно. Блестит, как вода. Вот так нашли какую-то каменную бабочку. Вот она. Вот. Вот. Интересно. Тут влажно и прохладно. Ну вот я вспотел. Данияр собирает свою пирамидку. Счастье. Вот. Данияр. Вот он себе собрал уже. И никто трогать не будет. Ну, уважающий себе человек трогать не будет. Объемная. Большая пещера. Святое место. Обалдеть. Уходить не хочется. Вот можно здесь пройти.